Всем привет, друзья, я Дов. Сегодня у меня HTC, модель Nexus One. Модель PB99100. Телефон не включается. Одна из самых частых проблем данного телефона, да и вообще все линейки данной серии. Вот. Две основные проблемы. Это вышла из строя флеш-память. Ремонт на это займет порядка полутора часа. Час-полтора, чтобы заменить флеш-память данного телефона. Потому что она залита в компаунд. Снятие. Реболинг, там, не знаю, или постановка нового. Вот. Ну и, соответственно, намного дороже. И вторая проблема, намного проще, которая решается за 10 минут, это обрыв цепи включения телефона, то есть кнопка включения телефона обрывается с основной, с материнской платой. Сейчас мы этот с вами вопрос попробуем решить. Прежде чем решить, давайте проверим, в чем проблема. Для этого необходимо подключить телефон к блоку питания, посмотреть показания блока. Нажимаем на кнопку включения. Еще раз, еще раз. Абсолютно никакой реакции, то есть 99% того, что проблема вторая. Итак, для того, чтобы восстановить цепь включения, нам понадобится перемычка. Перемычку, если у вас нет заводских перемычек, у таких, которые вот мы закупаем, специально изолированные тонкие провода, можете разобрать какой-нибудь динамик, любой неисправный, там от Nokia, от Sony Ericsson, не имеет значения, снять обмотку, вам будет изолированная перемычка. Давайте посмотрим батарею. Посмотрим, подсоединил. Пожалуйста, батарея полная. То есть то, о чем я вам говорил, клиенты полностью заряжают батареи, думая, что причина там в зарядке или еще в чем-то. Но обычно телефоны с этими проблемами приносят все заряженные. Итак, давайте я вам покажу поближе. Перемычку будем ставить. Верхняя точка, вот это вот, видите, вот это первая, вот это вторая, то есть на вторую точку и на непосредственно саму кнопку включения. Добавим припой на эту самую точку. Сегодня снимаю новой камерой последнего айфона. До этого снимал на камеру Galaxy 4. Поэтому не знаю, насколько будет хорошее качество. Но зум довольно неплохой, я вам скажу, на 5 айфоне последнем. Итак, добавили припой. Далее на кончик перемычки добавляем припой. Необходимо, чтобы изоляция была снята. Таким вот образом паяльником просто снимаем ее, изоляцию. Добавляем припой и припаиваем данную перемычку. Немножко неудобно.
Чем тоньше жало, тем, конечно, лучше. Не могу подлезть, чтобы вам было видно. Так, припаяли перемычку, можно застегнуть разъем дисплейного модуля. Далее я ставлю вот такой вот двусторонний скотч, чтобы перемычка не болталась под крышкой. Несмотря на то, что она изолированная, она может замкнуть и телефон сам будет включаться, поэтому прячьте изолированную проволоку, перемычку, лучше спрятать ее. Вот двусторонний скотч, приклеиваю скотч до кнопки включения. Эту изолированную бумажку не выкидывайте, поставим ее сверху. Таким образом укладываем перемычку. Откусываем, оставив небольшой отрезок, чтобы припаять непосредственно к самой кнопке. И сверху. Сверху наклеиваем ту самую бумажку, которую сняли. Вот таким вот образом мы изолировали уже изолированную перемычку. Вот. Давайте покажу поближе. Вам еще наносим припой. Нанесли припой, сняли изоляцию. И этот конец мы должны с вами припаять. Будьте аккуратны с этой кнопкой, она очень хрупкая. Этот кончик мы должны будем с вами припаять вот сюда. Вот сюда или вот сюда. Вот сюда, конечно, будет удобнее. Чтобы было удобнее припаивать, этот конец верхней платы можно снять аккуратно. Ну вот, этого будет достаточно. Ставим перемычку ближе к контакту, пинцетом аккуратно.
припаяли. Попробую показать поближе, если зум возьмет. Вот, максимально. Видите, да? Ставим конец платы обратно в паз. Закрываем. У нас кнопка звука вывалилась. Ставим. Закрываем телефон, ставим кнопку включения. Заднюю панель, динамик отвалился. Ставим батарейку, нажимаем на кнопку включения. Пожалуйста, все включается. Как видите, все просто. Поэтому обладатели серии таких телефонов, не спешите нести телефоны в сервис. Как видите, вполне можно сделать самому. Если, конечно, проблема с телефоном состоит в этом. Так, всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Всем удачного дня. До свидания.